Да и само перо «Жар птицы», как называют факел разработчики, вызывает немало вопросов. Дошло до того, что, как сообщают федеральные источники, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Михаил Старшинов потребовал проверки расходования средств на изготовление олимпийских факелов и причины их неисправности, потребовал от Следственного комитета. Вот что он сказал. «Олимпийский факел погас уже несколько раз в прямом эфире центральных телеканалов. И заверения организаторов стандартности ситуации, в том, что случаи, когда факел не загорался, не так редки, неубедительны. По информации газеты «Ведомости», на изготовление 16 тысяч факелов было потрачено 207 миллионов рублей. При этом организаторы доверили изготовление Красноярскому машзаводу, производящему, по информации газеты, межконтинентальные баллистические ракеты. О каких баллистических ракетах может идти речь, вопрошает депутат, если они там не могут изготовить даже безотказно работающий факел для олимпийского огня? Так что не мы одни среди угасших. Зато на площади Победы в Рязани нам удалось снять эпизод, который иллюстрирует, как сурово работает олимпийская охрана. Сегодня стало известно, что олимпийский факел благополучно добежал до Владимира. Ну еще бы, с такими-то богатырями огненной дружины.